Доброго времени суток, меня зовут Сергей Чураков. В этом видео я поговорю о сравнении репокупки, которая сейчас происходит с 1 февраля 2015 года, в сравнении с репокупкой, которую мы производили каждый день и еще каждый месяц на протяжении последних нескольких лет. То есть 2006 года, как был введен маркетинг компании. Итак, наш поисковик. Внизу Access Marketing, заходим в кабинет. Я войду в кабинет, где нет команды. Такой серьезной команды. Значит, сразу открываю с правой стороны новый компенсационный план с 15 февраля 2015 года. В прошлом видео я рассказывал, как настроить автопокупку для того, чтобы у вас был активный статус, чтобы вы каждый день получали вознаграждение. То есть суммы, затраченные на рекламу, компенсировались у вас. Дальше. Что это такое, я сейчас рассказывать не буду подробно, но суть в том, что если вы в статусе консультант, вы оплачиваете всего $10 в месяц. Если вы в статусе Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond и Black Diamond, вы оплачиваете всего $20 в месяц. Если вы хотите получать полностью по маркетингу, тогда вы оплачиваете по вот этой табличке, согласно своего уровня. Запомнили циферки, я сейчас еще вернусь к этим циферкам, и давайте сравним с теми цифрами, которые мы тратили на протяжении последних нескольких лет. Нажимаем статистика и самый нижний пункт – отчет по платежам. Я выбираю, допустим, 2014 год. И любой месяц, вот допустим, октябрь 2014 года. Значит, напомню, что репокупка у нас совершалась на протяжении последних нескольких лет каждый день. То есть мы заработали какую-то сумму денег, и мы автоматически происходила репокупка из заработанных денег, это как минимум на 50%. А максимум мы могли поставить на 100%. При этом при репокупке мы зарабатывали так называемые единицы iPoint, это наша доля в компании, согласно которой мы участвовали в мировом распределении прибыли компании в размере 35%. Это лично. И плюс мы тогда еще зарабатывали рекламу для себя и либо для наших клиентов. В одинаковом эквиваленте, то есть $1, 1 iPoint и 1 iCredit. Итак, октябрь 2014 года, например, можно взять любой месяц, рассмотреть. Реальных покупок, статус, $20, это значит статус Gold был. Оплачивал согласно статусу $20. Там на этом аккаунте всего 2 партнера на $500. Дальше. Реальных перепокупок. То есть на $39 была перепокупка. То есть это репокупка. В сумме получается $59.44 было затрачено в октябре 2014 года. Возьмем сентябрь. В сентябре статус был консультант. На репокупку ушло $54. Всего было затрат $64. Возьмем август. Ежемесячная абонентская плата, так называемая АП, автопокупка по-старому, $10 и $53.20 шло на репокупку. Это деньги были затрачены, другая часть шла на iCash. То есть всего было затрачено $63.20. Теперь встает вопрос. По сегодняшнему маркетинг-плану, чтобы этому аккаунту получать за себя долю с мирового оборота и плюс первой линии. Надо платить либо $10, либо $20. В прошлые года я платил и за себя автопокупку, и плюс еще ежедневную репокупку. В сумме получалось, вот допустим, в августе $63. Зачем переплачивать? Возьмем, допустим, годовой отчет. Итого, то есть за 2014 год, смотрите, Total Real iCash, то есть то, что было потрачено на
ежемесячную автопокупку. Так называемая АП тогда была. Мы один раз в месяц оплачивали вот эту АП, автопокупку. Было затрачено $199.95. И плюс Real Cash Repurchase. Это на репокупку $1775.50 шло на репокупку. То есть, если вы возьмете калькулятор и посчитаете, сколько мы сейчас будем тратить на репокупку, то вы будете приятно шокированы. Это математика в чистом виде. Математика, ну, наверное, класса 4-го, 5-го. Итак, если мы при тех же самых характеристиках данного аккаунта, нет структуры в глубине, есть только первый уровень. Есть только первый уровень, то есть в прошлом году 1775, вообще общее возьмем, $1975 было потрачено на, вообще потрачено, да? И при сегодняшней ситуации этот аккаунт может быть в статусе Gold, потому что два лично приглашенных. Ежемесячно тратить достаточно $20. Берем калькулятор, вот калькулятор берем и считаем $20 умножить на 12 месяцев. То есть получается $240. Обратите внимание, $240 по новому маркетингу будут затраты. По старому маркетингу $1975. Ощутимая разница, да? Можно взять любой месяц, любой год. Я, допустим, могу вот 2011 год взять, как хотите. 2011 год... Ну, допустим, вот август 2011 года, к примеру. То есть то же самое. $24 на репокупку и реальных покупок $40. Возьмем, допустим, октябрь 2011 года. $10 шло на репокупку. И, вернее, $10 была покупка. И $8.05 было на репокупку. Теперь еще один нюанс. Если у вас статус все-таки консультант, вам достаточно оплачивать $10. Вопрос встает, из своего ли кармана стоит оплачивать эти $10? Не обязательно. Не обязательно. Почему? Потому что у нас есть определенные условия. Чтобы мы получали долю от компании, надо просматривать минимум 25 сайтов в день. Но можно просматривать на нашей платформе AdView максимум 100 сайтов. То есть вот тут сервисы, тут наш поисковик. Вот так нажимаем и делаем вот так. AdView нажимаем и включается наша платформа AdView. Вот обратите внимание, я за сегодняшний день просмотрел 100 сайтов и за эти действия заработал 100 вот этих ревордов. 100 ревордов. Плюс, то есть 100 ревордов в день. На сегодняшний день существует у нас промоушен до июня месяца 2014 года, что за просмотр на платформе AdView мы получаем не 100 ревордов, а утроенное количество, то есть 300 ревордов. Плюс мы еще получаем за поисковые запросы. Вот, например, я делаю любые поисковые запросы, точно так же, как в Google и в Яндексе, как вы привыкли. С левой стороны написано 0 поисковых запросов, 50 ревордов, допустим. Ну, к примеру, купить недвижимость. Купить недвижимость. Я сделал один поисковый запрос, получил один iRewards. Делая 50 поисковых запросов каждый день, а мы все равно пользуемся поисковиками, мы получаем не 50 ревордов, мы получаем удвоенное количество, мы получаем 100 ревордов. Итого, суммируем. 100 ревордов на поиске, плюс 300 ревордов на платформе AdView, мы получили 400 ревордов в день. Чтобы получить нам $10, потому что реворды мы можем поменять на доллары, либо на сертификат Amazon. Те партнеры, которые оплачивают 59.95 своевременно, они могут поменять на доллары. Те партнеры, которые не оплачивают ежегодное обслуживание кабинета, никаких iCash, его не, ну, никаких денег у него не будет. Для него будет возможность поменять только на сертификат Amazon. Значит,
Как поменять? Смотрите видео, но я вам сейчас покажу. Навел на номер поощрения. И обратите внимание, вот обменять rewards. Вот сейчас у меня 18 тысяч вот этих ревордов. Это за месяц собралось с копейками. И вот обратите внимание, 10 тысяч ревордов – это 10 долларов. То есть как раз будет 10 долларов вот этих необходимых для оплаты вот этих вот сумм в размере 10 долларов за консультанта. Если у вас будет, конечно, команда на первом уровне, эта команда вам позволит дополнительно быстрее заработать вот эти деньги, и у вас как раз будет и 20 долларов в месяц, даже больше. Значит, что-то, за какой период мы получаем вот эти 10 долларов? Как я уже сказал, берем калькулятор, да? Берем калькулятор, считаем 10 тысяч ревордов, это получается 10 долларов. Делим на 400 ревордов в день. На 400 ревордов в день, получается, за 25 дней у нас собирается 10 долларов. Поэтому из кармана вот эти деньги вам не надо доставать. Все, у вас уже все куплено, больше тратиться не надо. Вы получаете долю в компании, сегодня она одна, завтра она другая, послезавтра третья, сами знаете, она все прыгает. Продукция компании рабочая. Уже проверено неоднократно, не только мной, но и многими партнерами. Реклама супер. Многие сайты стоят у меня лично на первых позициях и приносят по другим компаниям, партнеров не приносят. То есть это бизнес, MLM можно сделать наивысший, когда к вам приходят из интернета люди, но не вы к людям идете. Если рассмотреть бизнес, который на земле, то факт наличие этого бизнеса, это бизнес на первых позициях в поисковиках. Наша платформа AdView делает чудеса. Итак, друзья, ваши комментарии жду под этим видео. Ставьте лайки, антилайки, как хотите. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч.